Все ближе большая дата – 70-летие со Дня Победы. Великая и ужасная война затронула каждую семью нашей Родины. Победе посвятили в этом году съезжий фестиваль клубов общения пенсионеров. Люди высокого возраста посредством песни и слова поведали о жизни народа в непростые военные годы. Надежда Литкова продолжит. Участницы клуба пенсионеров, дошкольных работников и вдохновения не пропускают культурные мероприятия, несмотря на существенную проблему – у коллектива нет своего помещения. Готовились к концерту в однокомнатной квартире одной из участниц. Но все-таки мы собираемся, мы поем, мы шутим, играем, ставим сценки. Мы очень, у нас много оптимизма, много силы воли, много желания жить, веселиться и быть в тонусе. Для фестиваля подготовили композицию «В путь дорожку дальнюю» – казацкую песню о женщине, которая провожает любимого в бой. Женщины, провожая в путь своих, как сказать, мужей, друзей, они должны все это перенести, понимаете? И вот война же – это тяжелое дело, и она еще будет ждать, поэтому она его провожает в путь и радуется, что он должен быть жив, его благословляет на пути. В истории любой страны есть события, над которыми не властно время. Навсегда в народной памяти останется и Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений. Сохраняя память о той далекой и великой войне, пенсионеры посвятили свой фестиваль победе. Мы-то еще, может быть, помним, что фронтовики были живы, что они там говорили, все. А сейчас молодежь, что они ведь уже, считайте, деды, бабушки, у них уже умерли. Остались труженики тыла, дети войны. А дети войны, мы, в принципе, сами личных у нас наблюдений нет. Мы же брали все со слов, с рассказов. Вот поэтому тоже так же и надо, чтобы они брали со слов и с рассказов. Поработав с историческими источниками, организаторы показали зрителям документы, заявления и фотографии участников войны. Особое внимание уделили участию Ненецкого округа в достижении победы. Ведь в начале войны только из Канино-Тиманского района пришло 102 заявления от добровольцев. В программе не только песни, но стихи, рассказы и воспоминания соотечественников. Песня «Веточка черешни» из кинофильма «Когда закончилась война». В общем-то, это песенка о том, как вернулся с войны друг сердечный. Песня лирическая, очень даже красивая. «Я люблю тебя, жизнь» – так называется съезжий фестиваль. Съезжий, потому что участвуют в нем люди старшего возраста со всего округа. К нам приехали из Неси, из Верхней Пёши, из Хруты, из Красного, Виски, из 10 поселков округа и городские коллективы. Настроение у всех хорошее, праздничное. Каждый год члены Союза пенсионеров собираются вместе, поют свои любимые песни и просто общаются. Этот фестиваль собрал небывалое количество как участников, так и зрителей. Ведь победа в Великой Отечественной войне – праздник всех россиян. Надежда Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».